Всем привет, это программа Easy Biz, и сегодня у нас на разборе дело, о котором мы еще не говорили. Это творческий бизнес, сразу скажу, студия анимации. Мы узнаем, насколько это прибыльное дело, с чего начать, какие вложения нужны первоначальные. Поэтому нас уже ждут, усаживайтесь поудобнее, погнали. Здравствуй. Да, я Денис. Слушай, спасибо тебе, что ты пригласил нас к себе в гости. Давай сразу, где мы находимся? Что за бизнес у тебя такой? Это анимационная студия нашего продюсерского центра КПИСКА. Угу. Расскажи вообще, как так получилось, что ты решил открыть мультипликационную студию, пойти вот в этот бизнес? Как это получилось? Все началось, на самом деле, с идеи производства мультсериала про КПИСКУ. И параллельно с этим решили, что просто производить, можно создать в Пермском крае такую индустрию анимационную. И параллельно с производством мультсериала ведущие российские аниматоры обучали стажеров, которых собрали со всей Перми. И потом уже в процессе производства мультсериала стажеры подключались к производству, уже обучившись, научившись, стали аниматорами, стали производить сериал. Ну, такой процесс так, долгий, да, я так понимаю? Давно это было? Да, мы появились в 2019 году, в марте 2019 года. Обучение шло порядка 6 месяцев. После 6 месяцев уже стали приходить аниматоры на первые коммерческие объемы. Угу. Ты знаешь, мне кажется, что не все же открывают мультипликационные студии. Ты к этому как пришел? Ну, в любом случае, это такое же производство, как и любое другое, то есть, что анимационная студия, что производство кино, которым мы тоже занимаемся. То есть, здесь просто вопрос в том, что это за индустрия, интересна ли она тебе, получаешь ли ты удовольствие и есть ли в ней развитие. С 2019 года мы уже вот построили индустрию в Пермском крае, сейчас уже можем под ключ полностью производить весь цикл анимационного производства, и у нас уже есть примеры сериалов, которые мы полностью произвели в Пермском крае. Много произвели уже? Ну, начали мы с мультсериала КПИСКА, который сейчас уже активно там везде показывается, в онлайн-кинотеатрах, таких как ИВИОКА, на телеканале Карусель, Мульт, Мультимузыка. После мы стали производить уже анимацию по заказу крупнейших анимационных студий. И на самом деле мы сейчас работаем с большинством ведущих российских анимационных студий, производя для них анимационную часть. И плюс вот у нас есть проекты, которые мы уже под ключ делали. Это пилотную серию сериала «Большой поход» мы произвели по заказу томской компании, которая сначала книжку написала, у них возникла идея сделать сериал. Мы им в этом помогли, выступили партнерами. Слушай, круто. Скажи, пожалуйста, это франшиза или бренд? Или работать по франшизе, или это все-таки... Нет, это полностью там наша идея. Здесь это можно в любом случае масштабировать. И... Кстати, есть идеи об этом? Думали? Мы пока сакцентируем именно на развитии в Пермском крае, в городе Перми прежде всего. Но в том числе мы помогаем, например, детским анимационным студиям. У нас есть там пример, что мы вот помогли создать детскую анимационную студию в селе, где живет 300 человек всего лишь. Это село Усть-Горевая в Добрянском районе. Серьезно? Создали студию? И там дети ходят с удовольствием, они гораздо причем более вовлечены в это все, чем городские дети, скажем так. И они как раз начали с ручной анимации, с перекладки на мультстанках, и потом уже год этим позанимавшись, сказали, мы хотим на компьютерах делать анимацию. И вот стали также вот на таких же компьютерах и графических планшетах делать уже первую 2D компьютерную анимацию. Это графический планшет, экранник. На нем рисуется персонаж. Персонаж выстраивается по скелету, по оси, по основным заданным формам. То есть это также начинаем с кружочков, с овальчиков, с прямоугольников. Делаем асимметрию. И уже в дальнейшем мы выстраиваем персонажа в зависимости от нужного ракурса, от нужного положения. В данной работе уже персонаж готов в прямом ракурсе, мы его делаем ракурс снизу. То есть, ну, вот если мы посмотрим, то низ у нас более увеличен, перспектива идет в сторону вверх, и вверх более меньше. Здесь как раз персонаж уже отрисован, и я даю правки по
линиям, которые бы мне хотелось видеть более четко, более лаконично и в уходящие, там, где-то перспектива может быть нарушена, где-то форма может быть неточная, где-то линия нечеткая. Можно провести уже линию. Угу. Вот просто прикасайтесь и видите. Ой, слушайте, классно, уже вот что. Ух ты. От нажатия у вас будет зависеть толщина. А, линии. Ну да, кстати, вот да, да, да. Вы да, здесь да. нажимали слабже, слабо, она тоньше, да, да, сюда да, да. посильнее. И вот попробуйте сильнее нажать и сильнее вести, она будет еще ух толще. Ух ты, класс, класс. Можно какое-то личико нарисовать, да? Да, конечно. Я тут еще вот, человечка нарисую. Глазки. Сережку нарисую сейчас. Оп. Слушайте, классно. Мне нравится. Какие еще нюансы здесь? Тут вижу огромное количество. Здесь очень всего. Много кистей. Вы, там можно подобрать разную кисть. По... Здесь вот прямая, гладкая, уходящая как раз на толщину. Угу. А можно цвет есть... выбрать, да? Да, конечно. Здесь так, можете вот. Выбрать любой из палитры, любой вот цвет, который вам нравится. Облачко нарисуем. Так. Так же, как и в рисованной анимации, здесь есть кисть, карандаш, рисластик. Это вот то же самое, что у нас в компьютере есть Paint, да, вот эта программа, то же самое, да, примерно? Ну, Paint, она попроще намного, ну, понятно, попроще. Photoshop, он уже посложнее, там больше функционал. А он как-то подключается к компьютеру или нет? Это не обязательно? Просто вот есть экран, он, в принципе? Нет, он подключается к компьютеру, так. Здесь как раз он работает на два экрана. Угу. Мы можем здесь работать, мы можем uh-huh. здесь работать. Все, что мы делаем здесь, у нас отображается здесь. Можем вывести его на два экрана. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Если нам, допустим, что-то нужно либо больше по размеру, mm-hmm. либо два таких окна, то мы его можем открыть на планшете и визуально уже работать. У нас, на самом деле, в Пермском крае аниматоров никто до этого не учил, и сейчас до сих пор, кроме нас, никто профессиональных аниматоров серьезно? Не готовит. Серьезно? Никто не учит аниматоров? Никто не учит. А откуда идут люди? Люди идут... Сам обучаешься, что ли? Каким образом? Ну, мы как раз организуем обучение и стажировку для людей, у которых есть на достаточно высоком уровне художественные навыки, и еще не менее важно, на самом деле, актерское мастерство, потому что аниматор, он не только художник, он еще и актер. То есть он должен передавать актерскую игру персонажу. С которым он работает. То есть вы еще и обучением занимаетесь? Да, потому что люди... Мы были бы рады, на самом деле, этим не заниматься, но чтобы получить готовых аниматоров, нужно помочь. Сколько надо времени потратить? В среднем обучение занимает 5-6 месяцев, чтобы пойти на первые коммерческие объемы, но, безусловно, на этом развитие не останавливается, то есть это только первые шаги. И даже люди, которые у нас с 2019 года работают и обучались изначально, они до сих пор развиваются, то есть проекты сложнее и сложнее. Где-то новый софт изучаем, более сложный проект с точки зрения анимации, с точки зрения художественных техник. А вот скажи, получается, к вам приходит сотрудник, да, устраивается, проходит обучение, он получает какую-то зарплату, да, я так понимаю, в этот период или нет? Обучение полностью бесплатно. А, ну, тут вопрос, как бы, кто кому должен платить, ну, но да, у нас вот полностью бесплатно. Угу. Вот, и далее уже как только... И мы заинтересованы в том, чтобы учить как можно быстрее, как можно качественнее, потому что конечная цель — это все-таки, чтобы человек стал аниматором. Готов поговорить немножко про коммерческую составляющую, да, да, проекта? Сколько денег было на старте, сколько потратили, сколько вложили? На самом деле на производство, основные затраты — это на производство вот мультсериала «Каприска», который, собственно, вот мы произвели, mm-hmm. параллельное обучение, то есть это порядка 40 миллионов. Производство заняло. И это не самый дорогой сериал, скажем так. Не самый дорогой. А, то есть затраты. Где были финансы? Откуда взяли финансы? Это собственные средства. Собственные учредители. Средства. Учредители. Так, хорошо. Это стартовый капитал, да, который вот да. потратили. Это для такой студии это мало или много? Это средненькая. Это вполне средняя цена. Сейчас на самом деле цены еще выше стали. Еще выше стали. Да. И даже сейчас проекты, на которых мы работаем, у нас там уже гораздо выше идут ставки. А основные средства куда ушли? На что пошли? Основные средства — это оплата работы художнику, так. режиссеру, аниматорам, звук, композитор. Ну, то есть весь цикл производства, то есть производство сериала, там более 50 человек принимало участие.
либо не помню точное количество. То есть на самом деле производство сериала — это прям работа большой команды и множество этапов производства. Ну, то есть я правильно понимаю, что надо было сделать качественно, хорошо, чтобы дальше можно было идти развиваться, показать уровень и дальше работать, правильно? Ну да, то есть мы сразу делали этот проект, привлекали лучших российских аниматоров именно для того, чтобы сделать качественный проект для общероссийского и даже для мирового рынка. Угу. Сделали «Каприску», дальше что? Дальше как пошло дальше все? После «Каприски» как раз мы уже подключились к производству анимации по заказу крупнейших анимационных студий. Сначала одной, потом, ну, все их называть не будем, но большинство студий работают с нами. Да, хотя бы одну студию. Начали мы с проектов «Союзмультфильма». Угу. То есть это ряд анимационных проектов, все «Союзмультфильм» знают, начали с них. Угу. А сложно было выстраивать отношения или, в принципе, вас уже знали? Тогда отношения только выстраивались, но был уже проект «Каприска», то есть все, в принципе, понимали, что мы можем, на что способны. Угу. То есть я правильно понимаю, что всего лишь один проект, может, ты можешь с помощью одного проекта заявить о себе и дальше уже получить заказы? Вообще работа строится со студиями следующим образом. Так. Они дают тестовое задание какое-то, тестовую анимацию, ты его показываешь, они смотрят на качество и говорят, ок, не ок. Угу. И все. Угу. Скажи, пожалуйста, вот сейчас какие основные статьи расходов у вас здесь происходят? На что тратите деньги? Ну, в любом случае, основная статья расходов — это оплата труда аниматоров. То есть чем больше производишь, тем больше нужно тратить, в том числе. Естественно, аренда. Большая аренда здесь? Нет, аренда небольшая, то есть это стандартные там ставки офисов класса С, скажем так. Но мы сейчас как раз готовимся. Ищем варианты под расширение, потому что, как видите, тут достаточно плотно компьютеры стоят. Так. Да, плюс нам и под кинонаправление тоже еще нужно помещение, просмотровый зал, поэтому сейчас вот как раз в стадии поиска. Угу. То есть аренда, сотрудники. И компьютеры. Какое-то оборудование. Да, оборудование, безусловно, потому что компьютеры здесь достаточно мощные. Какие должны быть компьютеры? Но это можно сравнить примерно с компьютерами, которые для видеомонтажа используются. То есть это мощный процессор, видеокарта, много оперативной памяти. Плюс помимо основного компьютера еще идут там графические планшеты и какие-то еще дополнительные специалисты. Ну то есть еще дополнительные какие-то, да, средства тоже. Да, да. Ценник такого компьютера примерно сколько? Системный блок 100 тысяч рублей, монитор условно 20 тысяч рублей, графический планшет есть простые за 6 тысяч рублей, есть вот у нас... с большим экраном они стоят порядка 50 тысяч рублей. Ну то и есть... периферии еще там плюсом. Штат сотрудников большой у вас? 20 аниматоров. 20 аниматоров. Плюс бухгалтер, креативный директор, я и помощник генерального директора. После того, как идея мультика создана, мы готовим аниматик. Аниматик — это черновая раскадровка в виде мультика. Режиссер с режиссер-аниматиком создают картинку за картинкой, выстраивают их в нужном тайминге, в нужном месте кадровку для того, чтобы уже эта картинка передала нужное движение, нужные эмоции, и чтобы каждый аниматор понимал, что нужно будет сделать в кадре. Здесь аниматик полной серии. Мы их делим на определенные кусочки для того, чтобы выдавать проще в работу было, для того, чтобы компьютер не зависал, для того, чтобы процесс работы шел быстрее в команде. Когда аниматик нарезан, когда он согласован, его передают в работу. И здесь вот уже мы можем увидеть готовую куклу из данного мультика. Это персонаж Лада. Она одна из детей папы Саши. Так. И как раз здесь, вот, ну, вот на данном, это уже не первая разработка, и мы видим, что происходит в кадре. Это так и надо специально, чтобы вот этот кадр был здесь, этот вот так вот? Да, конечно, так удобнее. То есть как бы мы можем переместить этот кадр сюда для того, чтобы работать в одном поле, но когда мы делаем выгрузку картинки в чистовой вид, мы обязательно ее из кадра убираем. Из кадра убирается абсолютно все лишнее. В кадре остается нужный фон и нужный персонаж. Кукла уже выстроена в нужном ракурсе, с нужной эмоцией. И мы начинаем ее двигать.
на таймлайне. Видите вот эти квадратики? Так, и да. Этот квадратик — это пробитый ключ. То есть это каждое положение смены какого-либо, какой-либо части тела. Mm-hmm. Допустим, то есть движение, это движение, да? В пустом, да, mm-hmm. квадратике я навожу, поднимаю у нее mm-hmm. ручку, там, выставляю у нее палец, поворачиваю, к примеру, голову. Когда мы зашли к вам в студию, я обратил внимание вот на эту стену. Я правильно понимаю, что это вот здесь представлена работа, да, на которой мы работали, которые произведены, да? Да, здесь большинство наших проектов, на которых uh-huh. мы работали, либо еще работаем. Но на самом деле про процентов 70 проектов мы детально рассказать не можем, потому uh-huh. что есть соглашение, не разглашение как раз со студиями. Так. Вот, ну, как раз могу рассказать вот прежде всего про Каприску, про которую я уже говорил, да, это наш первый мультсериал, который мы произвели, угу. он на самом деле выполнен в уникальной технике пластилиновой лепки, пластилиновой анимации. То есть на самом деле это было все из пластилина слеплено, угу. и потом уже на компьютере все двигалось. Вот, а уже после Каприски как раз мы перешли угу. к другим проектам. Вот, прежде всего начали делать проекты Союзмультфильма, там, угу. которые там многие дети тоже знают и видят. А, то есть вы сейчас тоже работаете с Союзмультфильмом, правильно? Да, да, да. То есть, ну, мы с большинством крупнейших студий работаем, угу. и в том числе, конечно, с Союзмультфильмом. Угу. Вот. И также есть у нас примеры коммерческих сериалов, которые мы делали для крупных российских компаний. Uh-huh. Ну вот тут у нас как раз наши соседи, это Пермская синематека, фестиваль Флавитиана. Вот для, uh-huh. в этом году, кстати, тоже скоро будет. Uh-huh. Вот мы делали заставку анимационную для этого фестиваля, который уже несколько лет показывается в залах. Слушай, у меня дочка обожает этот мультик про три кота. Uh-huh. Тоже делали, да? Это именно полный метр «Три кота», да, он uh-huh. в кинотеатре вышел летом прошлого года. Да, mm-hmm. мы работаем полным метром. Это, конечно, как раз наш первый полный метр. Mm-hmm. Слушай, здорово. Здорово. Слушай, огромное количество, когда вы над этим всем работали. Да. Есть чем, как говорится, гордиться, да? Да, то есть, ну, безусловно, над этим работаем не только мы, то есть есть mm-hmm. ряд других студий, и основные студии, и такие же региональные студии, как мы, которые в качестве подрядчиков работают над производством художественной части анимации. Отдельные mm-hmm. есть студии звукозаписи, то есть, например, озвучка — это просто отдельный тоже бизнес, отдельное направление, и озвучка мультиков — это не mm-hmm. так легко, как многие думают, и прям есть там, люди... Там же голос надо специально, ну, да? Да, кстати, вот у нас Каприску озвучивала... Детский голосок нужен, да, примерно? Ну, под каждого персонажа, абсолютно разное, да. Mm-hmm. То есть Каприску у нас озвучивала актриса, которая Барта Симпсона озвучивала. Серьезно? Да, да. Лариса Брохман ее зовут. Слушай, понятно, здесь часть такая творческая, да. Я еще обратил внимание, когда мы зашли к вам в вашу мультипликационную студию, обратил внимание на то, что у вас здесь все очень похоже на компьютерный клуб. Почему так все сделано? Ну, потому что, конечно, это анимация, это работа за компьютером, да, это похоже на компьютерный клуб, при том, что компьютеры не менее мощные, чем используются в компьютерных клубах. Mm-hmm. Что есть, за оборудование, кстати? Ну, то есть здесь один системник там стоит порядка 100 тысяч рублей, там, плюс монитор, периферии, планшеты графические. То есть я правильно понимаю, что для хорошей студии, для хорошего мультика, для анимации нужен мощный компьютер? Да, безусловно. Обязательно. То есть это примерно так же, как вот для монтажа видео. Угу. Чего вы тут делаете в этой студии? Понятно, что там рабочий процесс какой-то. Где отдыхаете? Как это происходит? Иногда вылазки делаем, то есть мы на самом деле поддерживаем всегда там наших аниматоров, их стремление развиваться, ездим на профильные мероприятия, то есть каждый год ездим на ежегодный фестиваль Суздальфест, это крупнейший mm-hmm. анимационный фестиваль, mm-hmm. и вот в этом году и мы там, и ряд аниматоров едем еще на слет аниматоров в Москву, тоже есть такое профильное мероприятие, где со всей России аниматоры собираются. А если все-таки от работы прям полностью отвлечься, то, конечно, как бы и... Иногда там на скалолазание куда-то ездим, на скалодром. А так здесь каждую пятницу по вечерам мы мультфильмы, собственно, вот здесь смотрим. У нас тут проектор, экран. Вот это? Да, этом экране, да, да. Да. Ну, мы на самом деле хотим в будущем это все-таки чуть посвободнее сидеть и mm-hmm. под будущее развитие, и под кинонаправление отдельно. Кстати, да, вот давай поговорим про планы. Что у вас намечается в этом году, может быть, в ближайшее время?
Здесь ли вы собираетесь дальше работать, либо какие-то новые площади искать, какое-то развитие собираетесь, что хотите? Ну, мы на самом деле, да, мы ищем новые площади. В этом году, безусловно, мы хотим это уже найти, чтобы и аниматоры могли сидеть свободнее, но, безусловно, это такой же большой open space будет. Отдельное помещение делать под кинонаправление, где можно там и монтажом заниматься, и в том числе с молодым киношникам помогать, собственно, с их фильмами. И плюс третье, там, это просмотровую комнату полноценную сделать в отдельном помещении, где можно разбирать как анимационные проекты, так и фильмы, так и... Я правильно понимаю, что вот в данный момент в этом помещении у вас вы разбираете те же самые анимации, да, да, фильмы, да, вот здесь, да, на этом экране? Да, да. То есть нам приходит задание как раз от режиссера, вот с аниматиком, который вот вы смотрели, как это выглядит. Так. То есть это разбираем, обсуждаем в том числе, какие сцены можно обыграть. И потом уже приступать к заданию. Да, и дальше уже распределяется, да, по аниматорам объем работ и уже Анимация. Объем работ у вас как зависит? Наверное, на месяц надо, да, вот объем работ? Или как это? Нет, будет? Там у каждого проекта свои дедлайны, то есть где-то бывает там за неделю нужно какой-то объем сделать, и потом следующий приходит, где-то бывает короче, где-то длиннее сроки. В общем, Юр, я вам желаю на самом деле побольше творческих проектов и меньше отдыха, побольше заказов. Вот, дорогие зрители, мы сегодня побывали в очень интересном, уникальном месте, творческая обстановка здесь везде наблюдается. По моему мнению, это действительно очень уникальное место. Мультипликационная студия у нас впервые на разборе. Мы посмотрели, как этот бизнес работает, как он выстроен изнутри. И самое главное, что я понял для себя, чтобы заниматься анимацией, нужна определенно усидчивость. Я правильно говорю? Да, все верно. Друзья, это был EasyBiz. Нас ждет еще много-много интересных проектов, поэтому до встречи. Пока. Это EasyBiz, EasyBiz. Это EasyBiz, EasyBiz. Это EasyBiz, EasyBiz.